Победная весна 45-го года все дальше уходит в историю. Но Донбасс помнит и чтит самоотверженный подвиг людей, подаривших нам мир. У них была тяжелая судьба, но, несмотря ни на что, оптимизма им не занимать. 18 января Донецк поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Ефремова. Множество поздравлений и, самое главное, внимание в этот день для особого юбиляра подарили дончане. Каждый, кто лично знает этого пожилого дедушку, говорит, вся жизнь Виктора Ивановича Ефремова – образец истинной доблести и патриотизма, святой любви к Донецкой земле и родному Отечеству. Отзывчивый, активный. Он участник боевых действий, инвалид Отечественной войны первой группы. Имеет боевые награды и медали. Орден Отечественной войны второй степени. Красная звезда. Орден Богдана Хмельницкого третьей степени. Медаль «Боевая слава». Медаль за победу над Германией. Медаль защитника Отечества и 12 юбилейных медалей. В этот день Виктору Ивановичу довелось принять множество гостей, среди которых были представители власти Донецкой Народной Республики, представители Союза ветеранов ДНР и, конечно, те, кто считает своим долгом поблагодарить героя за его мужественный подвиг. Однако одним из самых сентиментальных моментов стало поздравление юного поколения, ребят из школы 115. Ясная дача, большой юбилей! Мы вас от души поздравляем! 100 лет вам исполнилось! Наш вам поклон! Вам только здоровья желаем! Юбиляр поблагодарил гостей за особое внимание и подарки. Телеканал «Новороссия ТВ» также от всей души поздравляет Виктора Ивановича и желает ему крепкого здоровья и мирного неба над головой. Маргарита Миронюк специально для «Новороссия ТВ».